Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, приветствую вас в очередном уроке. В этом уроке хочу вам показать виджет, который позволяет делать вот такие вот прыгающие буквы. Сейчас вы видите у себя на экранах. Данным буквам можно задать тень, цвет тени, значит, расстояние тени. И есть еще один такой интересный эффект с этим виджетом. Если мы наведем мышь на какую-нибудь букву, немножко задержимся, уберем мышь, буква там так и остается. То есть есть вот такой вот небольшой тут эффект еще. Вот таким образом. Давайте перейдем в Adobe Muse и рассмотрим данный виджет. Данный виджет, как обычно, я перекидываю на холст. И давайте сразу посмотрим настройки. Первая настройка Settings, первое поле Текст. Здесь вписываем тот текст, на который вы хотите применить эффект. Вписали текст, нажимаем Enter. Ниже поле Color, это цвет для данного текста. Кликаем по квадратику и выбираем нужный цвет. Font Size, ну это размер букв, можно, например, сделать 80. Визуально сразу видим, насколько увеличились буквы. Следующий параметр – это как высоко подскакивать буквам. Ну, здесь уже смотрите, ставите больше значения, буквы будут подскакивать выше. Следующие настройки – Shadow, это тень, Color, то есть это цвет тени. Кликаем по квадратику и выбираем какую-нибудь тень. Цвет тени. А дальше opacity — это прозрачность. Здесь можете установить, насколько прозрачная будет тень. И distance — это дистанция, то есть отдаление тени от текста. То есть если мы увеличим, например, поставим 9, то визуально будет явно видно, что тень очень далеко находится от букв. Оставим 5. Ну, давайте посмотрим в браузере. Ну, вот такие у нас буковки. Здесь красная тень плохо видна. Здесь или увеличить opacity, или же сменить другой цвет тени. У нас с вами все работает. Данный виджет вы сможете скачать на моем сайте. Ссылочка будет под этим видео. Увидимся в следующем уроке. Наверное, трудно представить себе современный лендинг-пейдж, сделанный в Adobe Muse без сторонних виджетов. А где же их взять, спросите вы? Специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов. 121 виджет ждут вас. Всего в 2 клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет. Например, меню для мобильных устройств. Несколько вариаций мобильных меню. Уникальные слайд-шоу. Всевозможные эффекты с текстом. Круговой прогресс-бар. Маска с текстом. И многое другое. Чтобы скачать виджеты, перейдите на мою страничку, адрес, который вы видите у себя на экранах. Просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку «Забрать виджеты». К вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты. Обязательно подтвердите, иначе виджеты не придут к вам на почту. Второе письмо придет к вам автоматически, где вы сможете скачать 121 виджет. Делайте лендинг-пейдж, делайте их круто!